Ես էլ մեր պատասխան Իլհան Ալիևին։ Ես քեզ չեմ ատում, ես խղճում եմ քեզ։ Այսպես խղճում են մարդիկ խելացի, հոգեհիվանդի մռայլ վանդակից, իրեն հայհոյող խենթ արարածի։ Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая с трибуны в парламенте Национального собрания Армении, ответил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву стихом. Таким образом, Пашинян отреагировал на открытие парка трофеев в Баку, где наряду с захваченной военной техникой также демонстрируются манекены, изображающие армянских солдат. Пашинян заявил, что президент Азербайджана вступил в очередной период эйфории, и его заявление заходит так далеко, что за ним начинает вырисовываться определенный диагноз. Создать подобие музея, где демонстрируют манекены убитых солдат, фотографироваться там и публиковать эти снимки, здесь, скорее всего, возникает вопрос о психологической помощи. Не агрессию, а жалость нужно испытывать к таким людям, заявил Пашинян. В связи с этим Пашинян процитировал одно из стихотворений, появившееся в конце 1980-х годов на фоне разгорающегося Карабахского конфликта. Ես էլ մեր պատասխան Իլհան Ալիևին։ Ես քեզ չեմ ատում, ես խղճում եմ քեզ։ Այսպես խղճում են մարդիկ խելացի, հոգեհիվանդի մռայլ վանդակից, իրեն հայհոյող խենթ արարածի։ Также МИД Армении заявил, что Азербайджан, демонстрируя презрение к погибшим, тем самым позиционирует себя как центр ксенофобии всего мира. Эти действия показывают, насколько далеки от реальности слова руководителей этой страны о примирении. И, соответственно, очередной экземпляр, как его зовут, Окопчик? Нет, нет, это не Окоп, это Ахпер. Его зовут, слушай, я тебе сейчас скажу, это же Мыкыртыч. Вот самый настоящий Мыкыртыч. Мыкыртыч, что ты тут делаешь? А? Давай мы с тобой поговорим. Слушай, Мыкыртыч, ну что, хорошо в Баку тебе находиться? О, самый настоящий Мыкыртыч в Окопе спрятался от азербайджанских мин, от турецких байрактаров, и вот глаза дает о себе знать. Страшно, Мыкыртычу, страшно. Ну что, Мыкыртыч, ты тут посиди еще немножечко, мы пойдем, походим. Давай. Блин, на рожу смотри. Да, ребят, вот сюда стоит только из-за селфи с этими красавчиками. Вот, ну что, нормально сидим, да? Мыкыртыч, как себя чувствуешь? Слушай, я вот в восторге от людей, которые вот создают такие образцы. Реально все так выглядело.